Краснослободский районный суд приговором от 16 апреля текущего года признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, 34-летнюю местную жительницу села Гумно Краснослободского района. Судом было установлено, что она, являясь ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц операционной кассы Сбербанка России, имея в силу своих должностных обязанностей доступ к информации о состоянии счетов, размеров вкладов физических лиц, совершила хищение денежных средств с лицевого счета одного из вкладчиков в общей сумме 16,5 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. В ноябре приостанавливалось в связи с болезнью обвиняемой. В феврале 2019 года следствие было возобновлено. В марте дело направлено в суд. И, как я уже сказал, 16 апреля был вынесен обвинительный приговор. Прокуратура полностью поддержала обвинение в полном объеме. Сама подсудимая с обвинением согласилась. До судебного заседания она погасила уже причиненный ущерб. С учетом ее раскаяния и семейного положения, а на иждивении у нее имеется трое детей, судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу. Сергей Лисин, заместитель прокурора Краснослободского района.